преддверии Нового года депутат Народного собрания Дагестана Елена Павлюченко совместно с военным комиссаром города Маратом Пашаевым организовала мероприятие для детей каспичан, участников СВО. В военно-патриотическом центре имени Нурбагандова «Работаем, брат» ребята интересно провели время, играя в страйкбол и пейнтбол. Значит, у нас возникло такое желание ребят отвезти туда. Они там встретятся с участником СВО, поговорят, поиграют в военно-спортивную игру. Потом мы сварим им плов, подарим новогодние подарки. Я думаю, что мы привнесем сегодня хотя бы такую капельку такого предновогоднего настроения для этих детишек. Как отметила Елена Павлюченко, подобные акции стали регулярной доброй традицией. Практически каждые выходные центр посещают дети. Там есть у них специальная форма, есть там автоматы, которые стреляют к этой краской. В общем, и я думаю, что там хорошие очень тренеры, хорошие очень наставники. Самое главное, что, мне кажется, здесь ребята немножечко вот и получат такое воспитание патриотическое, да, и я думаю, что сегодня это очень важно и будет большим примером для всех других ребят. По словам депутата Народного собрания республики, такое внимание для детей участников СВО является очень важным. Елена Павлюченко выразила уверенность в том, что во всех муниципалитетах региона для них будут организованы подобные мероприятия, а также праздничная елка и подарки.